съем, чтобы смотреть. Понимаешь ты? О! Вот теперь остался один нюанс. Все хорошо. Надо определенное время, как говорится, отдать этому. Это где-то часа полтора времени кладу занимает, потому что мало того, что круг вылаживается, центруется, распускаются все провода на двигатели. Угу. Вот. Потом уже проверяем, чтобы боковые, которые приставные станки, чтобы сантиметр был разница. И вот поэтому столько времени занимает, если говорил, что сантиметр тут у нас роль играет. Это не в современном строительстве. Плюс-минус туда, понимаешь, сантиметр роль играет. Смотри, а я что делаю? Смотри, пожалуйста. Я это вот. Так, это вот сюда выставляем, да. Возьми табуретки туда, подвинь подальше, а? Мы с Олегом вот туда вот, на метр, туда. Стоп. А что? В этом театре 38 лет уже работаю, а он такой 21. Еще. Пускай я не упал. Стоп, хорош. Тут вырез под крест. Левый не знаю. Прикольно, Андрей мне сейчас сам посадил. Блин, чуть выше подними. У нас стояло масло всегда прикрыто. О! Все, и... Что пошла здесь? Все, вошел. Ставь. Низом сделайте. Ну. За этот упал. Вот только сейчас. Подожди. Закручу. Осторожно, штанги пошли.